Коронавирус продолжает мутировать. В Дании начал преобладать новый штамм стелс-омикрон, который был впервые выявлен в декабре 2021 года. Ученые выяснили, что стелс-омикрон заразнее своих предшественников. Шанс передать новый подтип коронавируса составляет 39%. Для сравнения, заразность омикрона на 10% ниже. По словам специалистов, новый вирус уже обнаружен в 49 странах. России в этом списке нет, по крайней мере, пока. Примечательно, что в зоне риска те, кто уже прошел вакцинацию и ревакцинацию. Ученые пришли к выводу, что причина в самом вирусе. Стелс-омикрон оказался способен обходить иммунитет, выработанный антителами. Основные симптомы заболевания – высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкусовых рецепторов. И это все, на что можно ориентироваться при постановке диагноза. По словам специалистов, обычные тесты не в силах распознать стелс-омикрон. Необходимо генетическое секвенирование, исследование всей последовательности ДНК человека. Однако это сложная и затратная процедура, доступная единицам.